В этом разборе. Не знаю. Что же мы будем? Ну, я бы снял бы говорящую голову, но это так скучно. Согласен. Скучно. Не все интересно. Так делают. Неинтересно терминами людей, этими грузи. Да, людям же надо по-простому. Они все равно ничего не поймут, Да, вот реально. Ого, а что это здесь у нас такое? О, это тотем-круизер. Ого, а там что, зритель? Там зритель, привет. Привет, зритель. И у нас на обзоре тотем-круизер. Тотем-круизер, это классный велосипед. Или круизер, как удобно. Ну, как бы да, как хотите, так и называйте. Как вам удобно, все для вас. Главное, самое главное, первое, да, он очень красивый. Ну, реально. Стильный, агрессивный дизайн, просто бомба. И, кстати, это самый крупный китайский производитель велосипедов. Тотем. Да, факт. Что здесь есть? Сидушка. Спортивная, гладкая, мягкая. Но... Она будет натирать. Ну никуда от этого не денешься, не будем вас обманывать. Это первое время, надо только привыкнуть. Нет, надо просто знать, что ты, когда катаешься, думать о том, что это антицеллюлитный массаж. И вам станет легче. Реально. Вот это поворот! И вы привыкнете. Руль очень широкий, удобный. На нем можно расположить все, что вам, в принципе, потребуется. Вынос, кстати, алюминиевый, он не регулируется по высоте, но можно чуть-чуть его сделать ниже. Если в этом будет необходимость. Рама. Алюминиевая, она легче, чем обезжиренный йогурт. А все тросы, которые идут сюда-назад, да, либо же в тормоза, спрятаны внутри рамы, и они не будут мешать вам при передвижении. Сиденье регулируется по высоте. А, кстати, сзади на сиденье, ну-ка, достань его. Есть необходимые рисочки, чтобы настроить его так, как вам будет удобно. Амортизатор. Амортизатор же, да? Да. Не ароматизатор, я сказал. Амортизатор. Обычно говорят ароматизатор. Ладно, амортизатор блокируется, чтобы не гасили скорость по ровным дорогам. И также можно его разблокировать, когда вы катаетесь по бездорожью. Отличная функция, кстати. А еще, если вдруг вы пробили колесо переднее или заднее, не беда, ведь его можно супер быстро заменить. Сейчас показываю. Оп. Быстро, съемное колесо. Надо больше открутить. A few moments later. Если вдруг так случилось, что вы пробили переднее или заднее колесо, не беда, ведь его можно быстро заменить. Показываю. Монетки для переключения передач только с правой стороны, потому что здесь всего 8 передач и одна звезда ведущая. Монетки, кстати, Shimano, это очень надежный бренд. Он себя очень давно зарекомендовал. Этот бренд уже давно на рынке, он ставится как на дорогие модели, так и на более бюджетные. Педали алюминиевые, надежные, с шипами, поэтому нога у вас при агрессивной езде скользить не будет. Можно наваливать и не переживать, что вы соскочите на раму. Задний переключатель скоростей Shimano Tourney. Дисковые гидравлические тормоза на минеральном масле, что делает ваше торможение максимально безопасным. Но все равно не надо быстро наваливать. Подумайте о своей безопасности. И не забудьте купить шлем. А сюда, вот сюда, можно установить бутылочку, точнее, что? Сюда можно установить бутылкодержатель, поставить бутылочку, а сзади установить багажник. На велосипеде установлены двойные усиленные обода. Так что не беда, при больших скоростях и агрессивном вождении не развалится. Нет. И не забывайте, что у вас есть гарантия 12 месяцев. Целых 12. Так и что, для кого этот вообще велосипед подходит? А велосипед этот подходит для тех, кто любит чувствовать себя уверенно как на городских дорогах, так и на бездорожье. Хотите хороший велосипед за небольшие деньги? Тотем Круизер. То, что вам надо. Но это еще не все. Велосипед представлен в трех цветах, в черно-синем, в сером и в синем, как вы уже видели. В двух модификациях, на 27-х колесах, для кого размер не важен. И на 29-х, кто понимает, что размер имеет значение. Нормально? Да все правильно, да, ну типа, как бы, вы же понимаете, да? О чем мы? О колесах. Мы о колесах. Тотем – это стиль, агрессия и надежность. Топ за свои бабки.